Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители. И я спешу к вам, чтобы сообщить самые последние, самые срочные новости о нашей певице Максим. К сожалению, новости у меня не очень хорошие. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, но хотите оставаться в курсе последних новостей, нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить новое видео. Певицу Максим и пиар-директора певицы обвиняют в подкупе средств массовой информации, в подкупе YouTube за то, что все блогеры снимают о ней видео. И якобы это сделано с подачи пиар-дирекции самой певицы. Более того, известный блогер Лена Миро утверждает, что многим каналам доплачивают деньги за то, что они снимают дополнительные видео о певице Максим. Я, как владелец сети каналов, могу с полным утверждением сказать моим дорогим зрителям, хотя некоторые зрители в комментариях пишут, что мы здесь получаем колоссальные деньги. Мы снимаем видео про певицу Максим на общественных началах. И я лично за данные видео о певице Максим не получил ни копейки. Поэтому все вот эти домыслы о том, что платят деньги блогерам, это все ерунда. Но что говорит сама блогер Лена Миро? Она утверждает, что в 2019 году, когда певица Максим попала в дорожно-транспортное происшествие, средства массовой информации также раздули эту ситуацию, что певица при смерти, а потом, буквально через месяц, певица была в отличном состоянии и выпустила свой новый альбом. И на этот раз Лена Миро, блогер, утверждает, что вся эта паника с комой на самом деле это продуманная пиар-компания в связи с тем, что у певицы готовится к выходу ее новый альбом. Также пиар-дирекцию певицы обвиняют, что они постоянно сообщают все новые и новые вести о состоянии здоровья. Один день певица умирает, на второй день ей уже лучше, и так чередуется каждый день. Все это называют бразильским сериалом без конца, без заключительной серии, а окончанием будет выпуск якобы нового альбома певицы, и всем сообщат, что с певицей все хорошо, она жива, здорова. Дорогие друзья, будьте внимательны. Сейчас миллионы людей отправляют свои деньги на помощь, на лечение певицы Максим. В интернете даже ходят левые счета, куда деньги отправляют доверчивые люди. Они думают, что они их отправляют певице Максим, а на самом деле они уходят неизвестно куда. Как далее заметила блогер Лена Миро, звезды абсолютно ничем не отличаются от простых людей, и это правильно, которые тоже болеют, страдают и умирают. Однако в случае с Максим, как считает блогер, вся история выглядит крайне подозрительной, и это уже не в первый раз. Ведь до этого выбрасывали слухи о самом критическом, о самом жутком состоянии Марины и даже отказе ее внутренних органов. После того люди редко идут на поправку. А в нашем случае певица якобы сейчас чувствует себя гораздо лучше. Также другие блогеры обвиняют певицу Максим и пиар-дирекцию в пиаре на крови за счет людей. На это также указывает блогер Лена Миро. Дорогие друзья, как оно есть на самом деле, сказать сложно. Но по поводу доплат YouTube каналам, по крайней мере нашему каналу, ничего за это никто не платит. И мы искренне поддерживаем
не только нашу любимую, но и всенародно любимую певицу Максим. По крайней мере, на данный момент ее состояние стабильное. Дорогие друзья, берегите себя, берегите своих детей. Спасибо за просмотр. Увидимся!